Что ж, ну всем привет. 19-я ферма и карта Italian Rizzi. 19. Судя по ПДА, тоже маленькая карта. Скорее всего, тоже плоская. Так что посмотрим. Опа, там какое-то предупреждение было. Опять предупреждение. Не, ну карта выглядит очень красиво по скриншотам, так что посмотрим. У нее есть собственный сезон мод, ну, в смысле, файл для сезона. Так что, кто хочет, пробовать. В Италии со снегом плохо, все дело, так что тут снега не будет. Просто красивый сезон и все. Так, начнем с техники. О, не дурно тут техники накидали. Прицеп даже нормальный, даже два. Слушай, итальянцы щедрые. Даже телескоп есть. Ну, так, 99, 115, 150, 200, 170. Но его, по-моему, до 200 с чем-то можно прокачать. Ну, комбайн такой себе. Подожди, а в аренде. Ничего нету здесь. Фух. Так, контракты есть. Точки продажи. Силос, конечно. Ага, моды какие-то. Райс трава. Это трава какая-то. Так, доски они не особо любят. О, картофель фри они любят. Пиво не очень любят. И картошку тоже. Так, посмотрим. А это что за капельки? Водное поле? Водяное поле? В смысле? Открыть. Что-то я первый раз такой вижу, даже не знаю, для чего это. Водяная мельница какая-то. О, а тут резко... А, я думал, резко провода кончились. И тут хаб появляется. Свинарник. Блин, даже интересно, что это такое. Итальянских карт вообще на 19-ю ферму очень мало. И если они есть, то они обычно очень качественные. Без никаких-либо лагов. Кстати, а что у нас под картой? Да, в принципе, ничего такого. Прикольные задники, кстати. Ух ты, сколько тут воды-то надо набирать, нифига себе. Аква... Ой, этот итальянский язык сломаешь. С этой фирмой скоро все языки выучишь. Так, ну что, пробежимся дальше. Блин, музыка, конечно, классная, главное, чтобы YouTube на нее не ругался. Антонио, а что у тебя с полем-то? Почему здесь? Это вода, что ли, или что это такое? Подожди, а это случайно не влияет, вот эта вот штука? Где она, блин? Вот это вот. Ведь тут тоже такая же вода. Хм. Похоже, тут какая-то система орошения у них специально. О. Это тоже поле. Свекла? Где тут свекла-то? А, вон она где, она под водой. Нифига себе. А как тут... А это поле, получается, никак ни с чем не связано, да? Прикольно. И как? Что-то я в описании-то не почитал, что это такое вообще. Ну-ка, давайте почитаем. В общем, тут под описанием карты ничего такого не написано. Тут не пишите спам. Ну, это, походу, с описания видео от YouTube-канала этого автора. А, блин, тут, кстати, даже автор не указан. Я даже не знаю, что за автор тут. Кого я буду указывать-то? В общем, по описанию карты тут ничего нету. И песня какая-то дебильная началась. Надо бы ее убавить немножко. Так, пойдем дальше. БГА. Хорошая, красивая БГА. Здесь можно рампу поставить. Так. Ага, что у нас вообще по полям-то? 50, 240.
первое поле. Тут у нас что? Семена. В общем, это никому не интересно. Главное, чтобы карта не лагала, как я понял. Блин, кошак тут сидит еще. Жрать хочет. Там внизу, по-моему... Ага, не здесь я, получается. Дома там даже есть. Так, подожди, она открывается, надеюсь? Да. Немножко в воздухе висят, но это не страшно. А чё? Или она открывается, когда машина подъезжает? Надеюсь, что так. Так, тут у нас, походу, какие-то точки продажи. Ага, лесопилка. Подожди, а на Global Company ничего тут нет. Тупо продать. Это у нас продажа. Это что-то непонятное. Это что-то с травой или силосом. И здесь тоже. Так, а поле 76. А что за фигню тут наследили? Нафиг мне березы-то такие духовые. Да. Ну нет, нормально, но... Так, это купить уже нельзя. Это тоже. Вот еще один участок. Тут что у нас? Опять береза. Блин, тут по всей карте вот эта фигня. Как я ее пользоваться? Ну, закрыл. А я даже не знаю, в какую сторону тут. Вода-то течет. Да, она еще и опускается так медленно. Чего приватная? Приватная территория. Кстати, вот в эту сторону. Но это, скорее всего, из-за культур. Еще я хочу чихнуть. Нет, передумал. Это что такое белое? Свекла. А, она, наверное, Или это вода? По-моему, это вода. Да, вода. Слушай, первый раз такую карту вижу. Тут тоже все в воде.